Доброго всем времени суток, с вами Тексер, и у нас новая игра Баротравма. Только вышла, 5 числа она отрелизилась. Игрушка тоже про подводную лодку, но про подводную лодку фантастическую. То есть это фантастика, это никакой не даст бут. Но тем не менее она обещает быть интересной, хотя игрушка небольшая. В Стиме стоит 500 рублей. По объему она что-то там полгига где-то, то есть небольшая, хотя сегодня уже обнова на нее выпала. Помимо прочего, тут есть мультиплеер. Тренировку мы трогать не будем, мы начнем новую игру. Да, поддерживает мастерскую Steam, моды и все такое. Можно отредактировать подлодку сделать, можно персонаж своего сделать. Все это тут есть, причем редактор персонажа тут встроенный прям уже вот. Ну прям вот-вот. И вот можно анимацию ему задавать и так далее. То есть вот настолько все. Мастерская, редактор по лодке, вот. То есть можно лодку создать вообще полностью свою. А, главное меню. Ну что ж, поехали по компании в новую игру. Ранний доступ, естественно, ранний доступ. Как же без этого? То есть игру еще будут доделывать. И погнали. Шифр карты, выбранная подлодка. Черт его знает, орка. Что-то разные подлодки есть, надо же. А по игре я даже не знаю, как сказать, я даже трейлер не видел. Как-то так, Челнок Возрождение, сами такие 8 раз. Дюгонь. Опыт команды новички, размер команды 3-5, ладно. Горбун. Бывалые. Орка. Новички. Челнок Возрождения. Челноки мне не нравятся. Тайфун бывалые. Ремора опытные. Давайте орку. Она такая классическая на вид. Она мне в принципе нравится. А это боевая, да? Да. Но тут бывалые. Я не знаю, что у меня с командой. Бывалые, не бывалые. А, ладно. Среди минусов судно слабое вооружение, ненадежный двигатель и прожорливый реактор. Ну что, погнали. Я по игре вообще ничего не видел, я видел только скриншоты, и что-то меня вот пробило на аналогию с U-Bot, ну и, собственно, понеслось. А, так, не знаю, как музыка, мне кажется, она громковата. Меня за ней слышно, не слышно. Магазин, что я могу купить? UX. Да, как видите, игра русифицирована, все нормально. Простая взрывчатка, соединение натрия, фосфор, аккумулятор. Что мне надо-то в конце концов? Клей, бинт. Бинт надо, согласитесь. А, бронежилет. Давайте несколько. По-моему, у меня бабло кончилось. Кто видит мое бабло? 7000. Нормально. Водолазный скафандр. 20 штучки. 3 надо. Гаечный ключ обязательно. С4. Давайте пару блоков. Гарпун не знаю. Надо, наверное, информационный экран сканера, детонатор. Пусть будет. Антибиотический клей пойдет. Пару аккумуляторов. Вы посмотрите на этот список. Лом, наручники, наушники, нож. Мы все будем понемножку. Всего по чуть-чуть. Отвертка. Бабло пока есть. Маска, ружье, горло, скутер, щит. Дайте все по одному возьмем. Пусть у меня все будет, там разберемся. Сигнальный огонь, комбинезон, маяк. Фонарик, форма врача, капитана, сотрудника. Деньги кончаются. Шприц, пистолет, ящик с боеприпасами для магнитного чего-то. А для магнитной пушки. А еще у нас есть электрика. Я пока не знаю, что мне это, из этого надо. Алюминий, материал разное. Ядерная глубинная бомба. Ну, я не могу без этого пройти. Топливные стержни нужны, у меня жручие, говорят. Вот как-то вот так. А, ремонт. Ремонт всех систем. Ну, все хорошо у меня с системами. Например, команда. Наша команда. Люди, которых можно нанять. А, смотрите, у нас есть капитан, инженер и механик. Я бы взял еще врача, но врача я тут не вижу. А, и денег у нас нету, поэтому, ну, не паримся. Аванпост. Колония. Это мы где мы можем начать, что ли? Город. А это я не могу начать? А, миссия. Выберите миссию. Нет миссии.
Хорошо, пошли. Ну, хоть что-то посмотрим. Какая-то странная компания, не находите? Получено достижение. Холодные пещеры. Разбирая инопланетные артефакты в деконструкторе, вы можете найти экзотическое сырье. Купленные припасы доставлены в воздушный шлюз. Хорошо. Тут есть пауза времени. Пункт назначения. Миссии нет. Добро пожаловать на борт. В целях вашей безопасности не высовывайте руки за пределы судна. Отлично. А я могу ходить. Так, указать ему я не могу, куда идти. Просто ходит вот по курсору как бы. Люк с кнопками открыть, слушать. Ты кто? Ай. Спускаемся. Так, это что у нас? Средний стальной шкаф с окном, и ладно. Я пока не пойму, куда я по лодке хожу. Я могу уменьшить лодку, не могу. Люк. Эта дверь управляется подключенными к ней кнопками. Хозяйственный шкаф. Так, это мы в корму лодки пришли. Тушить огонь. Управлять судном. Двигаться к цели. Ну так шел бы. Блин, я им управляю, но при этом... Так, как-то все странно, да? Я чувствую, мы в компанию-то зря пошли. Посмотреть, что это такое. Насос, хорошо. Тут просто как-то неявно двери все эти задаются. И все заняты делом, кроме меня. Вот оно. Я удерживаю позицию. Мне довелось на днях увидеть ползуна, жуткие твари. Так, вот. Ручное управление, автопилот. Расстыковка. Мы пристыкованы. А единственное, что я не пойму, что я должен делать, честно сказать. Камера балласта, центральный проход. Выйти из дока. Да, халява не прошла. Главное меню, да. Я думаю, нам стоит потренироваться. Обучение механика. Давайте. Своим клювом грязевой раптор может без труда разорвать металлическую дверь на клочки. Грязевой раптор. Механик. Капитан, ты в порядке? Срочно собирайся. Тебе нужно как можно скорее попасть на подлодку. Так, ВАЗДом. Не забудь захватить снаряжение из шкафа. Бери все, что сможешь утащить. У нас тут настоящий бардак. А, хорошо. Шкаф. Буду положить к шкафу. А, да. Отлично. Я вижу несколько пробоин корпуса у тебя на пути. Было бы неплохо их подлатать. Так мы сможем выиграть немного времени. Так, я, конечно, не против. Раз оно у меня на пути. Пока все норм. Протечки. Чтобы устранить протечки, возьмите в руки сварочный аппарат, дважды щелкните по нему левой кнопкой мыши. Чтобы использовать некоторые предметы, их нужно держать в руках. Маус 2 прицелится. Смотрим.
Ох ты, посмотрите, это вода. И варим, понятно. Ок. Я сразу его в руки возьму. Скрыть в лом. А, вот, один. И как? Поплыли. То есть надо было одеть маску и потом сюда влезть. Хорошо. Водяной насос, колодка затоплена, ну понятно. Откачка. Ну и все. Мы еще оттуда сейчас воду всю выключим. Есть плохая и хорошая новость. Плохая новость. Впереди пожар. Теперь хорошая. Вокруг достаточно хлама, чтобы сделать огнетушитель. Прекрасно. А впереди пожар это где? Позвольте спросить. Внизу, что ли? Так, создание предметов. Фабрикаторе. Необходимо алюминий и натрий. Натрий уже есть, а чтобы получить алюминий, нужно разобрать кислородные баллоны. Какие? А что-то воды столько. Кислородный баллон. Давайте возьмем парочку, да? Давайте еще возьмем, в конце концов. Вот, пошли дальше. Вот здесь это деконструктор. Разобрать. Разбираем баллоны. Слушайте, глубоко вообще вот так игра. Глубоко копает. Разобрать. А я-то в миссию так сунулся просто. Думаю, сейчас всех победим. Нет, тут все не так просто. Ну или что-то недоделано. Одно из двух. Что такое? Подводная маска есть, наушники, да, удостоверение, синий комбинезон, скафандра нет. Смотрите, баллончик садится, где-то заряжать, видимо, надо. Так, все есть. Теперь в конструктор идем. Конструктор у нас чуть дальше. Иди давай. Так, огнетушитель. Что нужно? 5 секунд и... Ну, мы их несколько сделаем, я думаю. А, он больше не берет по одному. А мы, если мы много сюда сырья накидаем, вот так вот. Погнали, раз. Еще. А что не так-то? Недостаточно навыки для изготовления, а я только что изготовил. Непонятно, ну ладно. Так, маска, маска, маска. Мы маску-то выдышали всю. Так, ладно, пойдем с пожаром воевать. Несанкционированный доступ. Че, опять маску надо надеть? Или они тушили в руки взять? Вот так, санкционированный доступ. Нет, ладно. Огнетушитель. А я чего не забрал? Так. Ну как сварочный аппарат, понятно. Окей. С
слишком большой, чтобы носить. Что, выбросить его, перетащить за пределы инвентаря и отпустить кнопку мышки? Окей. Бросил. Маска пустая. Уже не поможет. Дальше что? Ты почти на месте. Главное, будь осторожнее. Следующая протечка довольно серьезная. Все помещение находится под высоким давлением. Найди водолазный скафандр, защити твои внутренние органы. А что в кабельной коробке у нас? О, как, питание можешь включать, хорошо. Ну, тут, наверное, в ящике. Большой стальной шкаф. Кислородный баллон, портативный баллон кислорода. Давайте маску как-то заправим, да? Да, маску заправили. Все прекрасно. Сварочный у нас есть, гаечный ключ есть, больше нам ничего не нужно, давайте баллон возьмем все-таки. А вот это вот счастье выложим, что он нафиг нам не уперлось. Идем дальше. Я думаю, где-то здесь скафандр. Водолазный скафандр, да, вот. Главное убедить, что к нему включен полный кислородный баллон. Да уж убедюсь. Иди сюда, скафандр. Че, туда тебя надо? Туда. Погнали. Так, что у нас тут? Тут у нас починить надо, да? Насос надо починить. А, ремонт. Починено. Так, теперь, наверное, надо заварить вот здесь. Несанкционированный доступ. Я лучше заварю сначала. А, нет, вон она, вон она, вон она. Да вон дырка-то. Ремонт устройства. Да я уж починил твое устройство-то. Блин, вот это я поторопился, да? Я насос починил. Твой даю. Ну, блин, он работает. Все, а я по квесту дальше пройти не могу. Вот же ж. Что такое не везет, как с ним бороться? А я могу дальше по квесту пройти? Ладно, пускай вытекает. Ёлки, вот это вот... То есть я его починил, я больше ничего не могу сделать. Да, переборчик. Ладно. Что у нас дальше? Вон там рыбы бегают. А мы, кстати, в лодку спустились. Обслуживание подводной лодки. Найдите двигатели и балластные насосы. То есть все это надо починить, да? Ну, давайте сначала в конец лодки сходим. Так, оно тоже вниз ушло в итоге. Так, вот эту ботву починить. Ремонт. Нужен навык. Механика 40. Так, балластный насос. Починился. Откачка. Откачка, говорю. Как знаешь. Тебе виднее насос. Так, тут чего? Тут тоже чинить, да? О, тут всего 30 навык. Немного надо.
Есть питание, прекрасно. Я починил двигатель, починил, видимо, что-то типа балластного насоса, блин, этим всем управлять можно, представляете? Какая чума. И эту лодку можно самому сконструировать. Так, тут вниз. Видимо, здесь. Да, это второй балластный насос. Сейчас мы его... А что он водой-то плюется? Или он... Или это балластный цистерна и есть? Так, держать, дождемся остальных. Рядом... Вдвоем нам с этой подлодкой все равно не управиться. Отлично. Так, хорошо, мне понравилось. Обучение инженера. Да, мы на спутнике Юпитера в Европе находимся. Я помню, что это инопланетно что-то было. Европа богата природными ресурсами, и предприимчивый капитан с острым чутьем и плазменным резаком может заработать здесь целое состояние. Па-бам. Пошевеливайся, нам нужна энергия. Я, конечно, рад пошевеливаться. Последний удар обесточил половину аванпоста, так что хватай все, что тебе потребуется, и поскорее возвращай нас в строй. Отлично. Все хранится в контейнерах, хорошо. Это мы уже, да. Заберите свое снаружение из шкафчика. Обязательно. Провод, провод, отвертка, топливный стержень. Прекрасно. Я забрал. Ну, я просто пока иду дальше тогда. Что нам? А вот, вот что починить. Реактор. Во, много написано. Ядерные реакторы обеспечивают аванпосты и подлодки энергии. Для производства тепла им нужно топливо. А один из членов команды должен регулировать уровень вырабатываемой энергии. Перетащить топливный стержень в ячейку слева. Чем больше топливных стержней, тем больше тепла производит реактор. Логично. Но имейте в виду, в обычных условиях достаточно одного стержня. Если загрузить слишком много, может привести к перегреву. Ой как. Для начала установите скорость расщепления таким образом, чтобы стрелка оставалась в зеленом секторе. Потом сделайте то же самое с уровнем производимой или энергии. Так, короче, в зеленый сектор. Они указаны справа. Старайтесь, чтобы уровень производимой энергии был максимально близок к уровню нагрузки. Если окажется ниже, приведет к отключению питания. Тип пробки вышибло. Если выше, появится риск перенапряжения и пожаров. Если когда тот, кто следит за реактором, должен отойти, рекомендуется перевести реактор в автоматический режим работы. Так система сможет самостоятельно подстраиваться под все скачки в потреблении мощности, хотя живой оператор реагирует на все, на все изменения гораздо быстрее. Ой, елки-елки. А топливный стержень у нас один штук есть. Пожалуйста. Погнали. А... Пум. Так, скорость расщепления. Ты чё прыгаешь? Вот тебя колбасит-то. Я так и буду за тобой прыгать? А оно включено, что ли, автоматическое управление? Ну ладно. Ну, типа настроили. Низкая температура, низкая выработка. А ты выше-то поднять можешь? Нам столько не выжить. Вот. О. Есть. Опачки. Автомат зафиксировали на этом положении. Прекрасно. Похоже, все более-менее стабильно. В некоторых кабельных коробках сгорели предохранители. И насосы не работают. Пойди и посмотри, что с этим можно сделать. Перед тем, как уйти, главное не забудь перевести реактор в автоматический режим. Да я понял. Слушайте, интересно. Просто вообще чума. Здесь отвертка, хорошо. Ремонт. У него есть питание? Прекрасно. Что там, вниз? Пойдем вниз.
Ой, сколько коробок долларов. Проводка. Кабельная проводка – основной способ подключения устройств подлодки к энергосети. Соедините проводами, и по ним побежит ток. В одну руку отвертку, в другую кусок провода. О как. Давай. Ой, я все могу, да? Так, давайте посмотрим, как это. Ролик. Я увеличить могу, не могу. Понятно. В одну руку отвертку, в другую кусок провода. Использует устройство. Так, есть. Вот она. Накидываем клемму. Накинули. Накинули. Во! Я крут. Так, что я соединил кабельные коробки? Что еще не так-то? А, вон там еще есть. Так, тут что? О, с проводов гора, хорошо. Так. Накинули на клемму. Накинули на клемму. Орлы. Поднимаем еще. О, провода нужны будут. Новый план. Поднимайся на подлодку. Сейчас мы разнесем эту хибару. В смысле? Я тут пройду? Видимо, да. Поднимайся на подлодку. Может, имелось в виду, опускайся на подлодку? Наверное, опускайся на подлодку. Похоже, электросчетовая переживает не лучшие времена. Попробуй это исправить, а потом запусти реактор. Это была не лодка, это была станция. Найдите электросчетовую на борту подлодки и почините кабельные коробки. Ага, хорошо. Видимо, завершающий ремонт, так сказать. Вот они. Сейчас починим. Ага, я отсюда не достаю. Вообще, люки лучше за собой закрывать, мне кажется. Так, есть. Чиним. А затем запустить реактор. Блин, мне нужно найти реактор. Потому что реактор-то я мучил на базе. Есть. Так держать. Возможно, мы сможем выбраться отсюда живыми. И выбрались. А что там? Давайте еще тренировочку пройдем. Обучение врача. Ну, надо все уметь. О предположительно вымершей расе пришельцев, построивших руины, разбросанные по всей Европе, известно немногое. Возраст этих руин также остается загадкой. За счет способности к самовосстановлению приборов и построек все существующие техники датирования к ним неприменимы. Забавно. Так, это врач. Ой-ё. Ладно. Ого, как бабахнуло. Ты в порядке? Скорее приведи себя в порядок. Нам здесь срочно нужен врач. Так, приметы в шкафах, понятное дело. Это мы опять на базе. Обрезанные стены. Опухшие лица, носки, животы. Классическая песня. Так. Чтобы открыть врачебное меню, нажмите H. Или щелкните по полосе здоровья. Хорошо. H.
Проблемы со здоровьем, от которых страдает персонаж, указаны в списке слева. Что там легкое. Хотя некоторые из этих проблем касаются только определенных конечностей. Чтобы смотреть конкретную конечность, да, понятно, достаточно щелкнуть мышью. Чтобы справиться, перетащите медицинский препарат на указанную область. А, хорошо. Некоторые персонажи могут ошибаться. Цена такой ошибки — небольшая внутренняя травма. Чтобы справиться с ней, используйте морфин. Хорошо. А, жизненная активность. Поврежденный участок кожи. Морфин, опиум, фентамил. Вы предполагаете, что это перелом? И чего? Опиум, морфин, фентамил. Вот что это такое? Подходящий метод лечения. Хорошо. Морфин, морфин, физраствор, физраствор. У меня нету. Хорошо, давайте вот так. А по-моему, у него это немножко тогось. Глюки. Верхняя и задняя часть. Здесь срочно требуется медицинская помощь. Ёлки. А как я тебя найду-то? Ну ладно. Не, его поглючило, но не сильно. У членов экипажа серьезный ожог. У тебя ведь нет с собой бинтов, да? Скажи, бедолаги, пусть ходят за тобой, пока ты их ищешь. Хорошо. Еще раз. Найдите нужного персонажа в списке. Нажмите иконку справа. А, в списке. Сопровождай меня, чувак. Мы пойдем искать тебе бинты. Отведите медицинский отсек. Ну вот медицинский отсек, наверное. Выделить персонажа, нажмите H. Нужен препарат, перетащить нужный препарат. Хорошо, сейчас. Бинтов я тоже возьму. Так. H. Ну, короче, у него ожог. Все, тебе хорошо, хорошо. А сейчас отправляйся к подлодке. Тут оставаться слишком опасно. Верхняя, задняя часть. Нужен врач. А тут чего? Фонарик пригодится. Бинты тоже пригодятся. Ну вот уже осваиваемся. Вот мы только сейчас идем к подлодке, елки. А до этого база. Может, мы и там на базе, где я лазил? Не, по-моему, я на подлодке так. Реанимация. Получил слишком много травм, персонаж теряет сознание. В таком состоянии его уровень кислорода постепенно снижается, и тогда он опустится до нуля, персонаж умрет. Однако, пока он не умер, его можно реанимировать и поставить на ноги. Так, H и реанимация. H. И где кнопка реанимация? А, реанимация. Нет, не реанимация. А, во. Don't you die on me. Это достижение получено. Отлично. Кожа бледная и холодная, начал синеть. Давайте сюда нажмем. А внутренняя травма. Да, мы сейчас... Фентамила нет? Морфинчик. Морфинчик будешь. Ну, видишь, как хорошо. Я тебя вылечил. Так, айда на лодку. Хорошо, все на месте. Осмотри ребят, пока мы готовимся к спуску. Осмотреть каждого пациента. Команда готова к отплытию, но многим досталось крепко. Окей. Ты куда побежал, собака страшная? А мне нельзя пометить, кто где, кого осматривать? Никого. Так, ты можешь за мной не ходить, Роб. Я уже без тебя справлюсь. Работай там. Ну что, люди? Тут нет никого, блин. Я тут единственный, который вниз убежал.
Сейчас его за хвост поймаю. О, еще один. Во. Что у тебя? Ожог, серьезно. Фу. Мы знаем, что мы тут хотим. А, не, ожог это бинты. Ожог это бинты. Есть. Так, вот этот вот орел. Стой, я тебя смотрю. У тебя чего? Внутренняя травма. Ой-ой. Нормально меня дверью приложила. А, вот этот морфинчик. Держи. Нет. Но у меня другого ничего нету. Кому она необходима? Кому она еще необходима? Тут еще бегает. Никого же больше нету. Эй, я всем помню. А, вон там внизу кто-то. Да откройся ты, люк. Аж. Оживай. Так, что у тебя? Чё у тебя тут не тут? Торс нормально. Тут внутренняя травма. А у меня ничего нету. Тут ожог, бинты. Ну, типа сошло, да? Пилотка уплыла в глубины Европы. Круто. Ну, в службе безопасности капитан мы потом пройдем, потому что уже довольно длинная серия получилась. Что-нибудь жмите, пишите, как понравилась вам игра. Мне так понравилось. Ну, я пока ничего, только обучалку. Но мне уже она нравится. А на этом что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Всего хорошего и до новых встреч.